Фильм, который вы смотрите, был нарисован вручную командой из более 100 художников. Овер-сюр-Уаз. 27 июля в воскресенье голландский художник Ван Гог, будучи в поле, выстрелил в себя из револьвера, но был всего лишь ранен и вернулся в пансион, где и скончался 2 дня спустя. События, которые вы увидите в фильме, происходят через год после смерти Ван Гога. Путешествие начинается в Арле в 1891 году. RBF Productions представляет. Говорить за нас должны наши полотна. Крепко жму руку. С любовью, Винсент. В главных ролях Дуглас Бут, Джером Флинн, Роберт Гулачик, Хелен МакКрори, Крис О'Даут, Сирша Ронан, Джон Сэшенс, Элеонор Томлинсон, Эйден Тернер. Композитор Клинт Мэнсел. Операторы Тристан Оливер, Лукаш Зал. Продюсеры Хью Уэлшман, Айван МакТаггарт, Шон Боббит. Авторы сценария Дорота Кабелла, Хью Уэлшман, Яцек Деннелл. Режиссеры Дорота Кабелла, Хью Уэлшман. Что здесь происходит? А, сэр. Ты сейчас дрался с молодым Арманом? Да, сэр. Из-за чего? Из-за рыжего безумца, художника. Вы его знали. Неужто? Вот, он уронил это, сэр. Я отнесу. Вольно, солдат. Вижу, опять дебоширишь. Ты обронил на улице свое письмо. Это не мое письмо. Это письмо Винсента. Господину Тео Ван Гогу. Это же брат Винсента, верно? Да, он оставил письмо. Владелец пансиона, где он жил, наводил порядок и нашел письмо. Он отдал его отцу, и тот сказал, что я должен доставить его. Как будто это мое дело. Моя работа — ковать железяки, а не письма разносить. По-твоему, ты поступаешь правильно? Сам видишь, ему уже хватит.
Не вижу никакого смысла доставлять письмо от мертвеца. Твой отец всего лишь хочет проявить к нему уважение. С чего вдруг? Что этот человечишка сделал для нас? Нас здесь ненавидят с тех пор, как мой старик отказался подписать петицию. Чтобы вышвырнуть его из города? А я подписала. И не зря он был безумен. Нет, не был. На самом деле он был интересным человеком. Все пошло наперекосяк, только когда приехал его друг Гоген. Винсенту очень хотелось, чтобы его желтый домик стал пансионом для художников. А Гоген им бы управлял. Но когда Гоген наконец приехал, они очень быстро от дружбы перешли к яростным ссорам. Интересный человек. Я его помню совсем другим. Месье. Тише, успокойтесь. Месье, успокойтесь. Этот псих отрезал себе ухо. А твой папаша обратно пришивает, да? Нет, он решил помочь. Один пьяный безумец решил помочь другому. А ну-ка повтори! Повтори, что ты сказал! Не надо! Перестаньте! Суд на следующей неделе. Да что вы говорите? Не может быть, не верится. Уж поверьте. А потом он вернулся... Добрый вечер, господа. Не видели моего сына? Господин Рулен. Да, он там. Внутри. Он должен был уехать в Париж. Не похоже, чтобы он собирался куда-то ехать. Сейчас разберемся. Паренек попал в переделку. Он давно нарывается. Добрый вечер, Жозеф. Ну, а потом, конечно же, стало слишком поздно. Почему бы не послать его почтой? Я посылал. А оно вернулось. Адресат не найден. А почему ты решил, что я найду его? Раз даже почта не смогла. Прояви смекалку. Господин Тео Ван Гог важный человек. Поспрашивай людей. И что я скажу, когда найду его? Можно начать с примите мои соболезнования. Надо тебя как-то протрезвить. Я никуда не поеду, уже слишком поздно. Передай глубочайшие соболезнования от меня, матери и твоего брата. Да, и, конечно же, от маленькой Марсель. Она тоже была ему другом. Ей было 9 месяцев. Дети как животные, сынок. Они видят душу человека по его глазам. Конечно, видят. Взрослым недоступна такая преданность. Взять хоть жену.
Целый год брал с Винсента деньги за жилье и улыбался, а потом подписал против него петицию. Эй, только не говори, что письмо все два года было у жену. Не хочу, чтобы месье Тео думал, что мы его прятали. Жену и не думал о письме, пока не узнал о том, что Винсент... покончил с собой? Почему тебе так сложно в это поверить? Ты видел, что здесь было? Он сорвался. Иногда такое случается. Со слабаками. Поживи подольше. И увидишь. Жизнь ломает даже сильных. После истории с ухом ему уже не давали ни малейшего шанса. Даже дети над ним издевались. Это я называю слабостью. Позволить, чтобы дети довели тебя до сумасшествия. И его соседи, и полиция, и градоначальник, и весь город против больного человека. Он какое-то время лечился в Сан-Реми, и, между прочим, ему стало лучше. Он выписался, выздоровел. Что-то ненадолго ему полегчало. Я чувствую себя абсолютно спокойным и нормальным. Вот что он мне написал за полтора месяца до смерти. Как можно от чувства абсолютного спокойствия дойти до самоубийства за 6 недель? Печально. Я понимаю. Но какой смысл доставлять это письмо сейчас? Они были очень близки. Винсент писал своему брату каждый день. Мне ли не знать, я приносил эти письма. На месте месье Тео я бы хотел прочесть. Если бы, не дай бог, это был ты, если бы ты написал мне письмо и умер, не отправив, я бы хотел получить его. А ты нет? Если бы это было мое письмо. Внимание, внимание! Смотри, куда едешь. Вы поставляли Винсенту краски и подумал, вы знаете Тео. Я думаю, нам следует выпить. Это коньяк. Вы сядьте. По адресу, который был у нас, его нет. Говорят, вы знаете, как его найти. Я боюсь, вы уже не сможете доставить письмо Тео Ван Гогу. Нет? А почему? Два сердца, один разум. Так мне говорил Винсент. Может быть, так оно и было. Потому что после смерти Винсента дела у Тео пошли под откос. Что мне сделать для тебя, милый? Он и до этого был слаб, но смерть Винсента его подкосила. Он ведь пробыл с ним весь последний день перед смертью. Но Винсент сказал, что хочет говорить о жизни, а не о смерти.
и никакой предсмертной записки. Так это и осталось тайной. Тео все спрашивал, почему. Через полгода, после того, как мы похоронили Винсента, Тео не стало. Один за другим. А все-таки как Винсент умер? Он застрелился. В поле над Авером. За любимым делом у своего мольберта. И вы не знаете, почему? Нет. Тео полагал, что его несчастье уходит корнями в детство. Он очень старался, чтобы в семье его полюбили. Но у него так и не получилось. Винсент говорил мне, что он был старшим сыном, но не первенцем. Был другой Винсент, старший, который родился мертвым. И он думал, что тот мальчик был идеальным Винсентом, и он никогда не мог сравниться с ним в глазах их матери. Он отчаянно старался быть таким, каким они хотели его видеть. Он стал работать в художественно-торговой фирме своего дяди, но его выгнали с позором. Попытался стать пастором, как его отец, но учеба ему не давалась, и он стал миссионером низшего ранга. Увы, тоже ненадолго. Его уволили снова. Но Тео сказал, что верит в него. И что если Винсент будет бороться за себя, то Тео станет бороться вместе с ним. И вот так и случилось. Винсент впервые берет кисть в возрасте 28 лет. Раз Тео на его стороне, то для него нет преград. Что случилось потом? Париж, конечно. Разумеется, он приехал сюда. Они все сюда приезжают, каждый. Моне, Тулуз, Синьяк, Бернар, Мане. Все. Потому что все, что происходит в искусстве, происходит здесь. И к кому они идут покупать краски? Конечно же, к папаше Торжи. Добрый вечер, господа. Официант. Так. За встречу. Вот, попробуйте. Вам понравится. Выпьем. Вот увидите, я вам точно говорю. Еще до конца недели. Посмотрите на него. Он всегда рисует. Что это? Новый вход в салон. Господи, да отстань ты. А? Минуточку, с какой стороны смотрите? Да. Слушай, давай выпьем. Прошу, не ссорьте. Что? Я потерпел его другу. Для многих художников Париж – конечная цель, но не для него. Это была остановка для того, чтобы подучиться, а затем у него был свой путь. Я снова встретил его 2 года спустя. Он был гораздо спокойнее, увереннее в себе. Береги себя. И ты себя. Я подумал, вот человек, чья история закончится хорошо. Наконец-то восходит его звезда, его революция победила. Так что представьте, какое это потрясение, стоять над его гробом всего 1.5 месяца спустя. Печально.
Многие считают, что он умер мучеником за искусство, но я сомневаюсь. Почему? Всего за 8 лет он из любителя стал влиятельным художником. Невероятно. Моне назвал его сияющей звездой выставки независимых художников. И он вылечился, если верить его доктору. Доктору Гаше. Он присматривал за Винсентом в Овере. Я встретил его на похоронах. Там было всего несколько художников из Парижа. И он. Я думал, он брат Винсента. Он говорил надгробную речь и рыдал все время, пока произносил ее. А через час он уже бегал и снимал со стен лучшие картины, как будто они принадлежали ему. Он утверждал, что так и есть, что это плата за лечение. Странно, но доктор пользовался полным доверием у Тео. Полагаю, он все еще близок с семьей Ван Гогов. Может, стоит спросить у него о причинах? Это мой отец хочет знать причины. А мне всего лишь нужно передать Тео письмо. В Париже теперь остались лишь тени Ван Гогов. Боюсь, вам придется вернуть письмо отцу. Мои соболезнования. Дорогой отец, похоже, мне придется ехать дальше, чтобы найти нового адресата, потому что, к несчастью, Тео скончался. Но есть один доктор, и я думаю, письмо нужно передать ему. Так что я еду в Авер. Придумай какую-нибудь отговорку для начальства. Доброе утро, мадам. Да. Мне нужен доктор Гаше. Доктор? Вы записаны на прием? Нет. У меня для него письмо от Винсента Ван Гога, друга моего отца из Арля. Вы не знаете? Винсент Ван Гог скончался. Знаю. А доктор в Париже и вернется только завтра. Тогда я и передам ему письмо. Нет, я предпочту вручить его лично. Хочу поговорить с доктором о Винсенте. Что ж, мне есть что сказать о нем. Дурной он был. Это медицинское заключение? Я с первого взгляда знала, что это плохо кончится. У него был такой потерянный взгляд, и в нем было что-то безумное, что-то такое, на что невозможно было смотреть. С тех пор, как он приехал, тут все изменилось. Я пошлю за вами, когда доктор решит, что сможет вас принять. Где вы остановились? А где жил Винсент? На постоялом дворе Раву. А, вот там я и буду. Настоятельно не советую. Это дыра. О, доктор нашел ему хорошее место, но... Винсенту, очевидно, по душе была дыра. И тем не менее, вы найдете меня там. Вы же не будете снова поднимать здесь шум? В этом доме уже пролито слишком много слез по этому безумцу. Я
Вы что-то ищете? Да, я ищу владельца. Значит, нашли. Вы владелец? Мои родители, но они уехали навестить мою тетю. Так что на ближайшие 2 дня, да, я тут хозяйка. Красивое платье. Очень подходит для хозяйки. Я редко его надеваю, когда отец здесь. Он вечно мне что-то поручает. Как это знакомо. Что вам предложить? Я бы не отказался от горячего кофе. Что вас привело в Авер? Друг моего отца, Винсент Ван Гог. Мы только что узнали, что он покончил с собой. Он жил здесь. Я знаю. Вы были здесь в тот день? Это было так ужасно. Я подавала ужин к 7. И его там не было, но он пришел позже. Ему было очень плохо. Что с вами? Сэр, с вами все в порядке? Мой отец пошел за ним. Винсент! Откройте, Винсент! Что с вами случилось? Ой, боже, правый! Что вы натворили? Я пытался убить себя. Послали за доктором Гаше. Он ни словечко не сказал Винсенту. Они просто смотрели друг на друга, как два разъяренных волка. Винсент лежал на кровати с пулей в животе и стонал от боли, спрашивал, когда ему вынут пулю. Доктор Гаше, бывший военный врач, он же должен знать, как извлекать пули, но он ничего не сделал. Он просто решил, что рана безнадежна, и ушел. На следующее утро слухи разнеслись по всему городу. В 8 утра постучался жандарм Ригамон. Что вы делаете? Видите же, ему плохо, оставьте его в покое. Я просто смотрю, господин Раву, вот и все. Где револьвер? Понятия не имею. Понятия он не имеет. Отец отправил его прочь. Сказал, что только Ригамона умирающему не хватало. Месье Тео приехал днем. Он ворвался и закричал: «Что произошло? Как?» И вот ведь в чем весь ужас. Никто точно не знал, как. А потом... Потом все стало тихо и спокойно. И, знаете, я... Честно думала, что все наладится. Если бы я только мог быть одним из них. Но ближе к ночи у него начался жар, он стал слабеть. Ночью, около 2:30, Тео спустился к нам. И мы все поняли, что это конец. Что Винсент умер.
Как вы думаете, что случилось? Были предпосылки? Он был счастлив. Честно, я думала, он счастлив. Вы знаете, доктор Гаше хотел, чтобы он жил в другом месте. Но нет. А нам у нас нравится. Нет, не надо. Ты испортишь платье. Эй. Ты перепачкаешься. День добрый. Нужна комната? Смотря почем. Заходите. Так сколько стоит? Смотря какая комната. Чужак. Еще один чужак. Мы ему нравились, а он нравился нам. Он был тихий, спокойный человек. Еще бы. Вам он не нравился? Я не это хотел... Ну да, он иногда чудил, он же все-таки художник. Но в целом он был обычным. Как чудил? В первый его день, я помню, потому что погода была как сегодня, разразилась гроза. Все старались укрыться от дождя, но он просто стоял там в своем костюме. И я думала, что это просто восторг первого дня, но нет. Так было всегда. Он всегда писал, день за днем, в любую погоду. А я слышала, они были близки с доктором. С доктором Гаше? Нет, не сказала бы. Он держался особняком. Но он определенно был близок с братом, судя по количеству писем. Я знаю, мой отец был его почтальоном. О, тогда вы в курсе. Я удивлялась, когда же он спит. Работал сутки напролет. Потом садился за эти свои длинные письма, вечно читал толстые книги. Он хорошо умел организовать свое время. Винсент? Ну да, по нему можно было часы сверять. Писал с 8 утра до 5 вечера, как будто на обычную работу ходил. Он обошел весь Шиповаль, поля, леса, речной берег. Он очень любил реку. Поговорите с лодочником. Он вам расскажет. Боже. О, Боже. Села. И я. Приятного отдыха. Спасибо, до встречи. Ух ты, какой красавчик. Арман Рулен, друг покойного Винсента Ван Гога. Рад знакомству. Говорят, он любил бывать у реки? Винсент, да. Он часто сюда приходил. Даже до рассвета. Чтобы поймать какой-то особый свет. Я не знаю, как насчет света, но здесь можно понять жизнь, если поймать правильное течение. Буду знать. Он был не слишком разговорчив. В основном сидел тут и наблюдал. Иногда рисовал. Однажды мы с ним были тут вдвоем. Я удил рыбу, он рисовал. Нет, все было не так мило, как я рассказываю. Он, когда рисовал, шумел, пыхтел. Как паровоз. И вдруг внезапно все стихло. Он был так счастлив, что эта грязная ворона была так близко. И ему было все равно, что она сейчас съест его обед. И я подумал, как же одинок этот человек. Настолько, что он рад даже этой хитрой птице. Тем же летом он завел дружбу с богатеями, которые тут отдыхают. С ними всегда были девушки. Такие дерзкие девочки, вы понимаете. Винсент робел с ними. Ему никогда не везло с женщинами. Я так думал. А потом он вдруг появляется с дочкой Гаше. Я видел ее. Прелестная, как фарфоровая куколка. Да, точно. Настоящая тихоня. Я здесь живу дольше, чем Гаше, а с ней как-то даже и не говорил ни разу. А с Винсентом они щебетали так, как будто... Ну, разговоры увлекали их больше всего на свете. Я ничего не разглядела, кроме твоих ног. Бог знает, что она в нем увидела. Он был вдвое старше нее, и рядом с ней выглядел как бродяга. Вы думаете, между ними что-то было? Сказали, что приехали рисовать. Но они взяли лодку. Парочки часто так делают. Но вот что я вам скажу. Винсент
выглядел абсолютно нормально. А потом он приезжает с девушкой, которой он не ровня, а потом я узнаю, что он убил себя. Может, вы поговорите с ней? Я не уверен, что их экономка меня пустит. Ах, это. Пополудни она сидит в церкви. Она там смотрительница, что ли. Неприятная особа. Вы, наверное, пить хотите? За счет заведения. Вы так любезны, Аделин. Ваш отец не против? А его здесь нет. Вот что. Я выпью, если вы позволите угостить вас. Я хотел спросить, Винсент и Маргарит дружили? Лодочник говорил, довольно тесно. Надо же. Вот почему она каждый день носит цветы на его могилу. И в таком случае понятна его ссора с доктором. Какая ссора? Он как-то ушел от доктора и хлопнул калиткой так, что она чуть с петель не слетела. А его экономка, она приходила сюда и сказала, что доктор Гаше запретил ему видеться с дочерью. Доктор Гаше оберегает ее, как сумасшедший. Он даже не... Куда вы? В церковь. Храни вас Бог. О, я рада, что вы чтите Господа, а не так, как ваш друг. Друг моего отца. Ваш Винсент совершил свой богомерзкий поступок в воскресенье. И это лишь малая талика. Я видела его в тот день. Я шла в церковь. Он смеялся и шутил с ребятишками секретан. Они выпивали. Он насмехался над Господом, зная, что собирается сделать в Господень день. Когда я думаю, что пришлось пережить бедному доктору, когда они вошли с братом, словно они королевские особы, словно это их сад, словно они гости. Ну, брат хоть был достойно одет, а этот выглядел так, будто рухнет замертво. Я видела, что у него воспаленный взгляд. С самого начала. Великий художник, ишь ты. Вечно хмурый околачивался. Уплетал нашу еду. Все время мусорил по углам. О, что ж, не следует заставлять Господа ждать. Мне было любопытно, как скоро вы вернетесь. Он и вас рисовал, не так ли? И почему вы здесь? А где же мне еще быть? О, не знаю. Давайте подумаем. В кругосветном плавании могли ловить воров или болтать с красоткой. Я хочу сделать кое-что для Винсента. Я уверена, вы на многое готовы, теперь, когда он умер. Говорят, вы каждый день носите цветы на могилу. Разве вы это делаете не ради Винсента, хотя он и мертв? Ах, это... Я делаю это из уважения. Он был великим художником и любил цветы. И все-таки это очень любезно. Вы, наверное, дружили? Я бы так не сказала. Он приходил сюда к отцу. Он был его пациентом, но стал другом. И это неудивительно. Они оба были художниками.
Любили одних и тех же живописцев и понимали друг друга. Это восхитительно, да. Когда отец пригласил его брата с семьей на воскресный обед, Винсент пошутил, что он их третий брат. То есть вы были словно одна большая семья. Иногда он писал здесь картины. Это было частью того лечения, которое рекомендовал ему отец. Но мы не общались. И когда вы ездили на реку, вы тоже не общались. На реку? Лодочник сказал, вы вместе брали лодку. По его словам, вы хорошо знали друг друга. В этой деревне людям кажется очень многое. Это была другая девушка. Повторяю, я почти не знала его. Он был здесь из-за отца. Они были так похожи. Мыслили одинаково. Одинаково? Правда? Госпожа Раву сказала, Винсент и доктор Гаше спорили. Боже, вы по всем помойкам рыскали. Это деревенские сплетни. Люди видели, как Винсент выбежал отсюда в день своей смерти, а ваш отец бежал за ним. Ну и что? Вы думаете, они поссорились с отцом, и поэтому Винсент мертв? Думаете, виноват мой отец? Я этого не говорил. Полагаю, вам лучше уйти. Всего доброго. Спасибо. Вы заняты? Да не очень. Ваш сын. Как ваш отец, Аделин? Хорошо, спасибо. Желаете еще что-нибудь? Нет, пожалуй. Благодарю вас. Заняты достаточно, чтобы не говорить со мной. Мне надо присесть и ждать, когда вы опять убежите по важным делам. Очень смешно. На самом деле вы подали мне идею. Идею поговорить с Маргарит Гаше. А, так вы убежали к девушке из особняка. И как прошел разговор? Она мне сказала, что не знала Винсента. И едва ли перемолвила с ним парой незначительных фраз. Я же сказала, нельзя верить тому, что говорят эти Гаше. Я помню, когда Винсент только приехал, люди спрашивали, не родственник ли он Гаше. Может быть, внешне они и были похожи. О, одинаковые рыжие волосы, одинаковый грустный взгляд. Я такого никогда не видел. Но в душе они были как день и ночь. Винсент не был таким снобом, как Гаше. Он был вежливым, добрым. Здравствуй, Жермейн. Иди сюда. Что мы сегодня будем рисовать? Цыпленка можно? Говорящего. Хорошо, цыпленка. С тоненькими ножками, как у тебя. И с хвостиком. Жермейн, почему не в постели? Она мне не мешает. Кровать. Не хочу она спать, хочу отца. Я знаю, но уже поздно. Ну, пойдем. Маргарит сказала, его брат тут бывал. Вы были знакомы с ним? Нет. Но знаю, что он приезжал по приглашению Гаше. Винсент все время говорил, что они приедут. И спрашивал, есть ли комнаты на выходные. Но они не приехали. Значит, Винсент ездил к ним, верно? Нет. Знаете, он часами писал брату письма, при том, что мог просто сесть на поезд. А нет, однажды он ездил к ним. Он говорил, что у брата заболел ребенок. Но мне кажется, поездка не удалась. Почему?
кухонные полотенца. Сказал, холсты стали слишком дорогие. Еще. Поэтому он решил писать на тряпках. Он написал прелестные цветы, но отец, кажется, был не в восторге. А как эти полотенца связаны с братом? Я думаю, они поругались из-за денег. Потому что это ведь брат покупал ему все для рисования. Я знаю это из последнего письма Винсента. Аделин, подождите. За день до того, как он покончил с собой, он дал его мне и сказал, что это срочно. Я спросила, не случилось ли чего. Оказалось, у него кончились краски, и он сделал большой заказ. Задумал написать много картин. Вы не находите это странным? Сделать заказ брату, при том, что они спорили из-за денег, а на следующий день застрелиться. Это зависит от того, в каком он был состоянии. Он выглядел нормально. Вероятно, случилось нечто неожиданное, и это вывело его из равновесия. Например, что? Я не знаю точно, что это было. Но уверена, что это как-то связано с Гаше. Вы помните, я рассказывала вам про первый его день здесь? В тот день он написал это. Не в моих правилах читать чужие письма. Если письмо открыто, то не страшно. Отец выслал мне денег. Проходите, как деньги придут, рассчитаетесь. Вы очень добры. Значит, здесь он жил? И здесь же умер. Дорогие Тео и Йоханна, здесь действительно очень красиво. Мое путешествие на юг, кажется, помогло мне лучше понять север. Я начал писать картины. Я надеюсь, что некоторыми из них я расплачусь за комнату. Доктор Гаше эксцентричный. Не знаю, как он будет меня лечить. Кажется, он сам не здоровее меня. Я все еще думаю, что мое нынешнее состояние – болезнь, свойственная югу. И что сейчас, раз я вернулся на север, все пройдет. Все дело в том, что дни тут кажутся неделями. Дни мне кажутся неделями. Я буду очень рад, если ты с семьей навестишь меня здесь. Крепко жму твою руку. С любовью, Винсент. Что за... Эй! Эй! Иди сюда!
Дорогой отец, я все еще жду встречи с доктором. Я мог бы просто отдать письмо экономке или его дочери, но с Винсентом что-то случилось в том доме. Я чувствую это. И я хочу спросить об этом доктора. Я решил повторить путь Винсента в его последний день. Потому что рассказы разных людей не сходятся. Со мной тоже происходят странные вещи. Не беспокойся. Ничего такого, с чем бы я не справился. Местные взбудоражены историей Винсента, тем, что случилось с ним. Их истории разнятся. Танги, продавец красок, говорил, что он застрелился в поле. Девушка с постоялого двора говорит то же самое. Но он не мог пройти весь этот путь со смертельной раной. И я все думаю, если он хотел убить себя, почему он не подобрал револьвер и не закончил начатое? Он передумал, решил, что хочет жить. Я тебя вижу. Это ты был вчера ночью? Разве нет? Ох, ну вот опять. Я могу чем-нибудь помочь? Можете, если скажете мне, куда подевался этот странный лохматый паренек. Я ему шею намылю. А это мой племянник. Простите его, он глуповат. Не обращайте на него внимания. Он безобидный. Он преследовал меня вчера и сегодня. Это на него не похоже. Вы что-то ему сделали? Нет. Я просто привез письмо от моего друга, Винсента Ван Гога. А, художник, да. Иностранец, рыжий такой. Да, это он. Вот в чем дело. Какое дело? Сидра, хотите? О, я бы не отказался. Крыть крышу, разжигать жажду. А, в тот день, когда этого художника-то ранили, мы услышали выстрел вот из этого амбара. И теперь племянник думает, что там привидение. Но ведь Винсент выстрелил в себя в поле. Кто-то так и говорит. Но я не знаю никого, кто бы видел его в поле. Полиция искала его вещи, но ничего не нашла. Не нашла ни оружия, ни красок, ни картин. Кто же мог все это украсть? То есть вы думаете, он застрелился здесь? В этом амбаре? Ничего я не думаю. Мы просто слышали выстрел. А почему вы не пошли проверить? А, это могло быть что угодно. Может, дети в крыс стреляли. На следующий день я услышал про художника и пошел посмотреть. Но там ничего не было. Но если он застрелился здесь, тогда где же его вещи? А, вот в чем вопрос. Он был не в том состоянии, чтобы самому их унести. Но кому еще они понадобились? А? О, добрый день, господин Рулен. Как мило, что мне не пришлось идти к вам туда. Доктор просил передать, что он примет вас завтра утром. В любое удобное время. Отлично, я тут вспомнил, вы вроде говорили, что Винсент болтал и выпивал с теми ребятами в день смерти. Где это было? О, это было здесь. Вот прямо здесь. Он, как обычно, в это время чего-то мазюкал. То есть у него уже был с собой револьвер? Да, наверное, был. Он мог спрятать его среди красок. Он же не собирался им бравировать. А где он мог его взять? Мадемуазель Раву сказала, Гаше был военным. У него был револьвер? Винсент мог его взять в вашем доме? Разве что он вернул его на место.
Револьвер доктора в его кабинете, а я там каждый день убираю. Он не покидал своего места. И потом, все знают, что это револьвер старика Раву. Он держал его под прилавком. Маленький такой. И он пропал. Ну, до завтра. Всего хорошего. Вы сегодня рано. Длинный был день. И такая жажда. О. И вы ее неплохо утолили, как я вижу. Говорят, Винсент общался с какими-то молодыми ребятами. Это секретаны, но их здесь нет, они в Париже. Они часто подшучивали над Винсентом, особенно Рене. Иногда Рене заходил слишком далеко в своих шутках. Бедный Винсент, он чуть в обморок не упал. Но потом Рене купил ему выпить, извинился. Вот такой он. Вечно шутил и вечно... всех потом угощал. А еще мне сказали, что револьвер Винсент взял у вас. Что? Кто вам сказал? У нас нет револьвера. Экономка Гаше сказала, он у вас был? Нет. У отца был револьвер, но здесь, в Авере, он не нужен, и отец его продал. До гибели Винсента? Да. Тогда у нас его не было. И не распространяйте слухи, которые разносит эта курица. Вот вам пришло письмо. Здесь говорится, что вы потеряли работу. Так что никакого жилья в долг. Найдется местечко у Огонька. Похоже, день у тебя не задался. Дочка Раву сегодня отказала мне в ночлеге. Вот. Согрейся. Я такого не пробовал. По собственному рецепту. Ну и почему она тебя выгнала? Я сказал, что, возможно, Винсент взял их револьвер. Нет, нет, старик Раву продал его Рене. Это все знают. Для его идиотского костюма ковбоя. Он тыкал всем в лицо этим револьвером, как будто мы тут на Диком Западе каком-то. Они хорошо платят, но и кровь портят изрядно. Особенно самый молодой. Винсент любезничал с девушками. Тут Рене говорит: девочки, он не только ухо, он и член себе отрезал. Пойдем. Вот эти две мои. Гастон, идем. Скажи он это мне, я бы ему врезал. А почему ты этого не сделал? Это было не мое дело. Не моя драка. А почему ты не сделал ее своей? Если бы я всем говорил все, что думаю, у меня бы не было клиентов. Не надо! Нужная же вещь. Нужная вещь — не молчать. Ты же видел, что они травят его. Я же сказал, что это Винсент. Вокруг них отирался. Если бы захотел, мог бы встать и уйти. Может быть, он оставался ради денег Рене. Или он был одинок, и ему нравилось быть среди веселой молодежи. Это не мое дело. Так. Нет, тебе уже достаточно. Как это по-дружески? Наверное, так же отвернулся и от Винсента. А что ты для него сделал? А? Ну-ка, давай, расскажи. Ведь ты же был хорошим другом. Я такого не говорил. Я не говорил, что был другом. Пожалуйста. Спасибо. Это кто?
Однако вы забыли. Еще не садомит в пиджачке. На что это он уставился? Тот, что ему цирк, что ли? Смотри, как кто тут еще идет. Где? Да вон, сзади тебя. Это тот дурачок. Сейчас повеселимся. Вот же иди, господи, кто ж тебя родил-то? О, гляди, голубок подваливает. Ну что, милашка? Это же не я сделал. Конечно. Это я сам себе врезал. Я не помню. Я... Полагаю, был пьян. Полагаешь? Если я нанес какой-то ущерб... Самомнению парочки местных забияк разве что. Я слышал, ты защищал честь местного дурачка. Да. Они издевались над ним. Они за это поплатились. Но вот ко мне ты зря полез, когда я пришел туда навести порядок. Я сожалею. Ты спрашивал про голландца, который застрелился. Да, он был другом моего отца. Мой отец работает почтмейстером. Странная компания для такого респектабельного человека, как почтмейстер. Не очень. Винсент писал больше писем, чем городская управа. Считай, деловые отношения. И что в таком случае вам нужно здесь? У меня встреча с доктором Гаше. Надо поговорить о Винсенте. Я с самого начала за ним приглядывал. Не волнуйся, все будет в порядке. Я тут осмотрюсь. Так что, когда я однажды утром узнал, что он стрелял в себя, я не сильно удивился. О, вы здесь? Как господин Винсент? Ему лучше? Он рассказал мне то, что мне нужно было знать. Что он хотел убить себя так, чтобы никого в этом не обвинили. Как будто я буду обвинять кого-то в его преступлении. Пойдемте, не будем его тревожить. Да, пойдемте. Он досаждал мне даже после смерти. Доктор Мазери изводил меня, требуя зарегистрировать его заключение. Хоть я уже зарегистрировал заключение Гаше. Кто такой доктор Мазери? Доктор Мазери. Да. Я в таких случаях не пишу заключение, тем более это пациент Гаше. А потом я выясняю, что через 2 дня пациент скончался. Я подумал, что обязан. Для порядка. Я спрашивал пациента, как это случилось. Он сказал, что стрелял в себя. Но он лгал. Это было видно по его ране. Самоубийцы стреляют в голову. Либо в висок, либо в рот. В крайнем случае в сердце, но не в живот. Никогда. У меня возникли подозрения. Пулевое ранение не могло... Ну вот встаньте. Смотрите, я покажу вот так. Так, нет, вот так. Вот теперь спину согните, ногу вперед, вот. Что? Вот так, а теперь, видите, слишком острый угол. Для чего? Он должен был в себя вытянутой ногой выстрелить, понимаете? Вытянутой ногой. Ну вот вытяните ногу. Давайте, видите? Да, но все равно, если вы стреляете в себя в упор... Пуля должна пройти на вылет. Не обязательно, но с большой вероятностью. Если она не прошла, о чем это говорит? Пистолет был дальше. Например, здесь.
видите? Вижу. Вот так. Вижу. Что ж такое? Скорее всего, его застрелили. Да это же прованский боксер. Мне стоит испугаться? Вы же не верите деревенским сплетням? Не верю. За этим и нанимают слуг. Они слушают сплетни за нас. Они вам расскажут, что ваш добрый жандарм приютил меня на ночь. Теперь вы здесь обдумываете свое будущее? Нет, вообще-то я тут думал, почему вы солгали, если вам нечего скрывать? Почему вы думаете, что я должна говорить вам правду? Просто моя жизнь не ваше дело. Я не спрашивал о вашей жизни, я спрашивал о его смерти. Вы думали, что моя жизнь и его смерть связаны? Да. Да, но я... Я так больше не думаю. Правда в том, что дело не во мне. Он не был юнцом с разбитым сердцем. Знаю. А вы знали, что он был гением? Нет. Наверное, не знал. Что ж, а я знала. Спасибо. Как он? Он еще работает. И отец тоже знал. Он всю жизнь изо всех сил пытался стать художником. Да. И вдруг этот странный, нелепый самоучка, который недавно начал рисовать, вламывается в нашу жизнь и за пару часов рисует то, что бедный отец не мог бы нарисовать за пару жизней. Отец запирался у себя и часами копировал его работы. Отец говорил, что я отрываю Винсента от важного дела. Что на мне будет лежать ответственность за ненаписанные шедевры. Я этого не хотела. Поэтому, когда приходил Винсент, я велела говорить, что меня нет или мне не здоровится. Вскоре после этого у них вышла ссора. Ужасный скандал. Что ты вообще воображаешь? Но не из-за меня. Хотя... Моя холодность могла как-то его спровоцировать. В следующий раз отец видел его уже с пулей в животе. Теперь вы довольны? Можете винить меня. Винить моего отца. Вы не виноваты. Вы тут ни при чем. Его застрелили те ребята. Тот парнишка, Рене Секретан. Нет, я серьезно. Да я вижу. Рене идиот, это правда. Но он не убийца. Идиот, который напивался.
и все лето бегал с револьвером, тыкал им в лицо всем подряд. Издевался над Винсентом и видел его в день его смерти. Еще и вещи его пропали. Сами они не могли уйти, так что их кто-то забрал, это точно. Я в этом уверен. То есть, получается, Винсент липнет к нетрезвым подросткам, и они в него стреляют? Или он сам стреляет в себя от отчаяния и одиночества? Результат один. В любом случае, если бы я вела себя по-другому, он бы сейчас писал в нашем саду, если бы не та ссора. И вам все равно, что преступник, возможно, остался безнаказанным? Вы столько хотите знать про его смерть. А что вы знаете про его жизнь? Я знаю, что он жизнь положил, чтобы доказать, что он способен на что-то. Да. Так и было. Поэтому я ношу цветы на его могилу. Это все, что я теперь могу для него сделать. Он бы порадовался нежной красоте этих бутонов. Каждому листику на стебле. Для него не было слишком мелких или незначащих деталей. Он ценил и любил их все. Вас выпустили из тюрьмы, да? Да, за мое образцовое поведение. Желаете стать хуже вашего друга Винсента? Я очень стараюсь. А, вы тот самый юноша, что хотел меня видеть. Я Арман Рулен. Сын достойного Жозефа Рулена, южного гиганта с душой Достоевского. Что? Так Винсент говорил о вашем отце. Я все знаю. Правда? Да, и про вашу матушку. Ее колыбельные могли успокоить даже души исландских рыбаков. Добро пожаловать. Арман из клана Руленов. Берите стул, садитесь. Луиза, напитки. Что вам подать? Вина? Нет, благодарю. Я вчера выбрал свою дозу. А, тогда чай. У меня свой рецепт. Луиза, детка, поторопись. Знаете ли, вы тут успели широко прославиться за последние два дня. Поверьте, у меня не было таких намерений. Я лишь хотел доставить письмо. Письмо от мертвеца к мертвецу, как я понимаю. Да, но я не знал об этом, когда поехал. В Париже мне сказали, что у вас может быть адрес вдовы Тео. Полагаю, следует вернуть письмо семье. Так мой отец говорит. Похоже, ваш отец ответственный человек. Я сочувствую. Я слежу за здоровьем великих художников. И это тяжелое бремя, это метущиеся души. Я их понимаю, потому что я тоже художник. Поэтому они мне доверяют. И Винсент вам доверял? Да, доверял. А это сейчас важно? Я надеялся, что вы скажете. И что же мне сказать? Винсент писал моему отцу за 6 недель до смерти. Он сообщал, что чувствует себя вполне спокойно, и ему хорошо. Я надеялся, что вы объясните, как можно в нормальном и спокойном состоянии дойти до самоубийства. Но я полагаю, что знаю ответ. Неужели? Вам знакома меланхолия, юноша? Не сказал бы. Те, кто ей страдают, могут от ощущения великолепия жизни дойти до черного отчаяния всего за 6 часов. Представьте, сколько может измениться за 6 недель. Но ведь дело не только в этом. Дочка Раву говорит, он был счастлив. Ее квалификация, очевидно, позволяет поставить такой диагноз. Она видела его каждый день. Спокойного, нормального. Может быть, он так выглядел.
Может, он таким и был поначалу. Вот он приехал. Он вдохнул полной грудью, выйдя из лечебницы. Добро пожаловать. У него были скромные запросы. Только работать дни напролет. И найти тех, кто был бы готов дружить с ним. И в итоге он нашел дружбу? Он нашел меня. Его друг Танги говорил, что наконец взошла его звезда. А, так и было. Каждая новая картина сияла ослепительной звездой. Но, увы, все эти звезды сияли среди бездонного одиночества. Выходит, у него была ваша дружба и любовь брата. Как по мне, все было в порядке. В глубине души Винсент очень боялся за будущее. За малыша. За свое будущее и за будущее Тео. Мне кажется, он не реагирует на лечение. К сожалению, эффект минимальный. Он знал, что Тео потратил на него целое состояние. Идемте. Это мучило Винсента. Тео мог бы купить дом на деньги, что он потратил на Винсента. А вместо этого, что он мог дать молодой жене и ребенку? Комнаты, заваленные картинами, которые никто не хотел покупать. Больше всего он боялся, что брат не выдержит этого бремени. Винсент беспокоился о деньгах, но они же не умирали с голоду. Послушайте. Я не верю в то, что он покончил с собой. Я думаю, в него стреляли. Ага. Вы поговорили с Мазери. Послушали сказочку про слишком острый угол ранения, про то, что никто не стреляет себе в живот. Ну, да. Что могло помешать Винсенту поступить не как все? Кто еще мог отрезать себе кусок уха и подарить его проститутке? На мой взгляд, это в его духе. Но есть же Рене. У него был револьвер, он издевался над Винсентом, был с ним в тот день. Я в тот день стоял рядом с его кроватью. И он сказал, что стрелял в себя. Что не нужно никого винить. Не нужно винить? Звучит, словно он пытался выгородить кого-то. Он хотел умереть, я знаю это. Тогда почему он сказал это так, словно ему было кого винить в своей смерти? Потому что было кого винить. Меня. Я думаю, он лишил себя жизни, чтобы спасти Тео. Из-за того, что я сказал. Видите ли, мы поссорились. Я сказал то, что как его врач ни в коем случае не должен был ему говорить. Но он меня очень разозлил. Он назвал меня мошенником от искусства. В некотором роде так и есть. Я так хотел заниматься живописью. Но отец настоял на медицине, и я не смог воспротивиться. Винсент сказал, что моя жизнь ложь, а он живет и страдает за правду. И вот, в пылу ссоры я подумал, ладно, Винсент, вот тебе твоя правда. Я знал, что у Тео был третичный сифилис. Любой стресс, финансовый, эмоциональный или физический, мог его убить. И я сказал Винсенту, что будет с твоим братом после всех переживаний из-за тебя? Велика вероятность, что он умрет. Вот цена твоей правды. Цена твоего пути как художника. Оно того стоит? Наш спор как обрубило. Винсент! Нет. Винсент! Винсент, вернись! Винсент! Две недели спустя я сидел у его постели, а он умирал. Единственное, что он сказал, может, так будет лучше для всех.
виноват. Письмо за письмо. Вдова Тео собирает все его письма, хочет их опубликовать. Я прослежу, чтобы ваше письмо попало к ней. Читая письма Винсента к Тео, она нашла вот это. Оно так ее тронуло, что она переписала его и отправила мне. Почему вы отдаете его? Письмо было написано, когда он только встал на путь искусства. Возьмите его в свой путь. Спасибо, доктор Гаша. Арман Рулен, удачи вам. Спасибо большое. Не за что, сынок. Кто я в глазах большинства людей? Никто. Я ничтожество. Я неприятный человек. Кто-то, у кого нет и не будет заметного положения в обществе. Словом, низший из низших. Ну что ж, даже если это все чистейшая правда, в один прекрасный день я хотел бы показать через то, что я делаю, что этот никто, это ничтожество, прячет в своем сердце. Искал тебя в баре. Есть новости про работу? Ничего. Лейтенант Милле советует идти в армию. Зачем? Ну, я хорошо дерусь, вроде. Рулены всегда были такие. Главное, это знать, за что ты дерешься. Ты только посмотри туда. Там же огромный, совершенно другой мир. Мы можем смотреть на него, но не можем понять до конца. Мне это напоминает о нем. Несправедливо. Великая жизнь угасла из-за дурацкой случайности. Я все думаю, зачем ему понадобились эти парни. А я думаю, смогут ли люди оценить его труды. Ты искал меня? А, вот, пришло сегодня утром из Голландии. Это от Йоханны, вдовы Тео. Получается, Гаше отослал письмо. И она была чрезвычайно тронута тем, что ты сделал. Она считает, ты должен его прочесть, поэтому она переписала его. Она посылает... Она пишет, что... Дай-ка его сюда. В жизни художника смерть может быть не самым тяжким испытанием. Я не знаю наверняка, как это будет у меня. Но, глядя на звезды, я всегда мечтаю. Почему, спрашиваю я себя, эти точки света на небосводе недостижимы для нас? Может быть, чтобы вознестись к ним, нужно умереть? А тихая смерть от старости все равно, что идти к ним пешком. А сейчас я отправлюсь спать, потому что уже поздно. Я желаю тебе спокойной ночи и счастливых дней. Крепко жму твою руку. С любовью, Винсент.
За 8 лет с начала творческого пути и до смерти Винсент написал более 800 работ. При его жизни была продана одна. После смерти его назвали отцом современного искусства. Ван Гог. С любовью, Винсент. В главных ролях Арман Рулен, Дуглас Бут. Арман Рулен уехал в Тунис, где всю жизнь прослужил в полиции. Жозеф Рулен, Крис Одал. Рулен добр со мной, как старый солдат с молодым. Ван Гог. Папаша Танги, Джон Сэшенс. Он чувствовал слишком много. Он хотел невозможного. Луиза Шевалье, Хелен Макрори. Аделин Раву, Элеонор Томлинсон. Аделин вышла замуж за владельца местной таверны. Впоследствии она стала известна как свидетельница последних недель жизни Ван Гога. Лодочник Эйден Тернер. Маргарит Гаше, Сирша Ронан. Маргарит так и не вышла замуж, жила в доме отца до самой смерти. Ее портрет работы Ван Гога висел в ее спальне 44 года. Доктор Гаше, Джером Флинн. Когда коллекция доктора Гаше стала достоянием Франции, эксперты долго отделяли оригиналы Ван Гога от копий доктора. Он прославился, когда в 1990 году его портрет был продан за рекордные 82,5 миллиона долларов. Винсент Ван Гог, Роберт Гулачик. В «Жнеце» я видел образ смерти, но в этой смерти не было грусти. Был день, и все вокруг было залито светом, словно все было из чистого золота. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, love you. Рене Секретан, Марцин Сосинский. Перед смертью богатый банкир Рене Секретан признался, что жестоко мучил Винсента, и что пистолет, из которого застрелился художник, тот украл у него. Я хочу прикасаться к людям своим искусством. Я хочу, чтобы они говорили. Он чувствует глубоко. Он чувствует нежно. Винсент Ван Гог. Фильм дублирован студией «Нова Медиа» по заказу компании «Ситилэнд» и «Ракета Релизинг» в 2017 году. Режиссер дубляжа и автор русского синхронного текста Кирилл Туранский. Перевод Елены Минченок. Редактор Елена Пинчук. Звукорежиссер Илья Скачков. Роли дублировали Максим Матвеев, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Андрей Вальц, Александр Носков, Владимир Антоник, Валерий Сторожек, Алексей Войтюк, Сергей Чихачев, Варвара Чебан, Константин Карасик, Ирина Киреева, Ксения Скачкова, Ярослава Туранская, Владимир Антипов, Анатолий Пашнин, Татьяна Абрамова, Юлия Горохова, Евгений Толоконников, Александр Лучинин, Анатолий Сергеев.